Это дудник. Мы узнали про него в прошлом году. Очень яркий и архитектурный. Да, и он очень привлекает. Ну, основной злак – это проса. Мы использовали очень много растений с ароматом, вот, в том числе душица. Наташа, Екатерина, рада быть в вашем саду на фестивале. Потрясающий сад, один из самых красивых. Мы уверены, что вы будете в числе победителей. Он посвящен женщине. Почему именно такая идея и что он символизирует? Называется я Анна. Вот. И это потому, что этот сад о женщине, обо всех женщинах. Собирательный образ, да. О подвиге женщины, о слабости женщины. И о силе женщины. Мы взяли исторический аспект, подвиг Жанны д'Арк. И именно поэтому у нас такая средневековая несколько стилистика и в мощении, и в архитектурных элементах, и в колористике. В такой аллегорической форме мы рассказываем о каждодневном подвиге каждой женщины. Да, и рассказываем мы с помощью растений, с помощью планировки сада. Как раз то место, где мы стоим, это центральное место, место казни, это огонь. Это пытка, поэтому здесь такое смешение красок для того, чтобы человек, ну, посмотрев на это, может быть, вот сел на скамейку на нашу и подумал. То есть правильно я понимаю, что вот эта липа, она символизирует огонь. Костер и огонь, да? Костер, да. Цвет такой пронзительный. Это что за сорт? Это Winter Orange, да. Мы совершенно случайно ее обнаружили, когда поехали оперативно искать деревья. Выбрали сначала эти липы, потом увидели эту липу там же, совершенно случайно. Поняли, что мы нашли фишку такую, как раз дополнение к нашим аркам. То есть мы думали, что дополнение, на самом деле... Именно арки, скорее, дополнение к этой липе. И мы поняли, что мы сделали правильный выбор в растениях. Липа – это как раз женщина. Не клен, не платан, не дуб, а именно липа. Расскажите про планировку сада. Угу. Идея какая была? На самом деле планировка родилась очень быстро. Просто... Очень быстро. Родилась какая-то линия, похожая много на что. Там, может быть, на пламя, может быть, на лилию, на крыло. И все это вот связано с Жанной. И в планировке хотелось соединить некую жесткость, твердость характера, структуру и мягкость. То есть вот эта многогранность женской натуры. Вот эти линии холмов и такие достаточно мощные лавки, застриженные кубы, брутальные дорожки. А давайте тогда подробнее расскажем об ассортименте, потому что это, как правило, самая интересная часть, и зрителям, и подписчикам это больше всего интересно. Каков выбор растений? Все говорят, не мы говорим, что это колористика, это как бы наша, она узнаваема, читаема. Хочется сказать неоднозначно, да, а вот как-то человека остановить, всегда посадить. Мы всегда ставим лавочки рядом с садом и используем много нюансных оттенков, сложных таких, неоднозначных, нечистых, таких вот намешанных цветов. Цвет – это наш основной инструмент, я бы сказала. Вот. Я согласна, потому что здесь есть некая глубина, и в то же время он не пестрый, он какой-то такой сдержанный, но ты видишь то, что это действительно разные оттенки, они такие вот прям глубокие, они цепляют. А с помощью, наверное, форм хотелось рассказать про Францию немножко, которую я лично очень люблю. Меня всегда поражали их цветники, их изящество, тонкость. У них всегда много видов растений, и они так умело подобраны, замешаны. Потому что насмотренность, да, ну это понятно. Это важно. Как бы, да, это важно. А для меня колористика идет от живописи, потому что я художник прежде всего. И для меня вот эти вот тонкие нюансные цвета и поверхность – это как мазки. Соответственно, вот именно вот по такому принципу мы… Да, мазками, да, мы работаем. Идем, растягиваем, перемешиваем. Я вот воспринимаю это как живопись растениями.
А если говорить про сорта, то вот это шиповник, да, он очень, да. Я вижу, низкорослый и такой декоративный. Важно было, что это шиповник и что это шиповник определенного цвета. Вот, потому что здесь, в этой части сада, у нас использован шиповник, ну, такой вот малиновый, какой-то вот такой холодный. Вот, а здесь белый шиповник. Шиповник символизирует, ну, во-первых, Францию, там тоже очень любят и розы, и шиповник в том числе. Какая-то плоская поверхность, горизонтальная, да, на фоне которой вот этого массива шиповника. Да, мы видим контрастные всплески, вспышки других растений. А вот эти вот бордовые, это что за растения? Это дудник. Мы узнали про него в прошлом году. Очень яркий и архитектурный. Да, и он очень привлекает, во-первых, и шмелей, и очень обращает внимание посетителей. Он очень многогранный. Здесь он такой несколько трагичный, какой-то такой... Ну, вот... такой чудовищный. Да, но... вот. Да, именно за счет его сочетания с подсконником. А какие злаки вы использовали в саду? Ну, основной злак – это проса. Малинию мы использовали тростниковую, малинию голубую. Голубую. А соки здесь… еще вот очень понравилась овсяница мэра. Мне очень нравится то, что у вас в саду есть геопластика, есть вот такие замечательные холмы. Если вот первый холм, он какой-то такой трагичный, то вот этот абсолютно нежный. Нам помогла в том числе создать это чувство легкости овсяница мэра, вот, которую я для себя открыла. Вот, я ее раньше не использовала. С котовником, да? Да, а вот это вот это что? Душевик тоже первый раз встретил несколько лет назад на «Садах и людях». На маркете, вот, и влюбилась в него. Очень красивый, такой нежный, как будто мелкие ландыши какие-то. Он очень нежный, и у него просто потрясающий аромат. А вот по этому холму идет такой ручеек прямо из душицы, да, очень красиво смотрится. Да, ручеек из душицы. Мы использовали очень много растений с ароматом, вот, в том числе душица. И она нам как раз помогла создать такие, ну, достаточно плотные посадки, плоскости. Вот, несмотря на то, что у нее цвет не такой напряженный, он приятный, такой розово-сиреневый, вот, но тем не менее она очень плотная. Хорошо сочетается. Да, и, в общем-то, здесь, да, мы подумали, что ее использовать... Такая прям как подушечка, да. Очень набитая, прям вообще, да. Клевая. Вот, это треугольные формы, и, между прочим, вот перга, она тоже треугольник такой, мы здесь вот... Такое вот острое пытались, острые формы, в отличие от этого холма. Здесь вот такими мягкими намешаны. И воздушные. Да, да. Из кустарников очень красивая скумпия и потрясающая калина. Да, и вот мы считаем, что это основные растения, ну, помимо деревьев, которые помогли нам создать образ. А это клопогон, да? Да, это клопогон, у него такой готический образ. Он оттенил. Да, добавил, да, еще эту воздушность по-другому совсем. Вот, такая стремительная воздушность. А здесь я вижу монарда, да, и причем она у вас повторяется в разных частях сада, и но это она очень только здорово в этой играет. Части, в этой части, в окаймлении основной входной зоны, парадной. Катя ее вообще очень любит. Она какая-то такая воинственная, какая-то героическая. В ней сочетается, да, воинственный образ и очень нежный цвет. Необычное такое сочетание получилось. Как бы и очень темные, да, цвета присутствуют. И вот ее такой сиреневый какой-то, сиренево-розоватый оттенок, и получилось очень торжественно как-то, вот, на мой взгляд, мне нравится. Очень интересный сад, есть чему поучиться, особенно в колористике, в подборе растений. Я желаю вам победы на фестивале, потому что действительно сад очень красивый и заслуживает всяческих наград. Спасибо. Спасибо большое. Подписывайтесь на наш канал, черпайте вдохновение, мы приглашаем самых крутых профессионалов.